Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Тень Колосса, Shadow of the Colossus, третья серия, третий колосс. В последней серии мы напарились с колоссом-быком, но в итоге победили его. Это было попроще, чем драка с первым колоссом, на удивление. Но, как и в том случае, здесь нужно было понять именно, как его приготовить, как говорится. И мы еще ближе на своем пути по спасению возлюбленной, чью душу нам нужно вернуть. Твой следующий враг — это гигантский Кеннепи. Не знаю, что такое Кеннепи. Злоба спящего гиганта раскалывает землю. Или проклинает. Можно и так перевести. Короче говоря, мы будем драться с гигантской Канопи. Что такое Канопи, я, честно говоря, не помню перевод, но ладно. По-моему, это что-то летающее. Так, это он. Вполне возможно. Но если это оно, то я вижу какого-то парня с мечом. Либо это вот это вот. Ну, не знаю, сейчас разберемся. Давайте поскачем на нашей лошадке, у которой нет имени. Хотя, когда мы ее зовем вот так вот, Авро какой-то, видимо, где-то так ее зовут примерно. Так, ну, залезает, что ли, я не знаю. Вот у него вечная проблема с тем, чтобы залезть. Так, ну ладно, выходим наружу. Ой, наружу лошадь, наружу. Давай. Лошадь, ты знаешь, ты тупая, ты большая тупая лошадь. Хорошо, вот мы у подножия. Давайте посмотрим, куда же мы теперь поскачем. Вот, теперь нам куда-то в эту сторону. Давайте посмотрим по карте. Где-то оно вот тут вот, видимо, по центру. Хорошо, давайте разбираться. Судя по всему, нам вон этот подъемчик. Будем надеяться, что с этим монстром у нас тоже особых проблем не возникнет. Так, а тут у нас пропасть. И как мы? Ну, тут спуск есть, конечно. Масштабная игра, офигеть просто. Так. Где-то вон там. Нужно пересечь этот мостик. И вон там внизу мы в прошлой серии разбирались с огромным колоссом-быком. Прикольный такой, кстати, был, но не особо агрессивный. Здесь монстры вообще не монстры даже, по сути, а просто как воплощение определенных духов. Они не желают нам зла, не атакуют, пока мы не начнем на них нападать. Поэтому временами их убивать даже жалко. И грациозные создания. Так. Давай, куда-то сюда, в это ущелье. По нынешним меркам графики не хватает, чтобы вот на этих полях просто колосилась трава. Это было бы очень красиво. А в остальном, ну, по сути, нормально. Не знаю, у меня по аналогии с Red Dead Redemption уже просто боязнь загнать лошадь. Я просто скачу на ней во весь опор. В Red Dead это сказывалось на том, что в результате мы летели башкой вниз в ближайшую пропасть с лошадки своей. Так, хорошо, какой-то лес, что ли, я не знаю, что это. Ох, офигеть, это что за арена такая? Ну, подъем вроде есть, да? Лошадь у нас умеет плавать? Так, лошадь плавает примерно как топор. Хорошо. Ну ладно, пойдем без нее. Наш герой, кстати, судя по всему, выдыхается. Поэтому нужно быстрее до этого подъемчика доплыть. Мрачноватое такое место, и чем-то оно напоминает мне Demon's Souls. Там, помните, в мире, по-моему, 3, 2.
Tower of Latria. Там были такие же подъемы. Тоже было все темно, тоже было все печально. Кстати, игра чем-то вообще очень сильно напоминает именно игры этой серии Dark Demon Souls. Что-то в ней такое есть. Какая-то такая атмосфера. Так, куда-то мы поднялись. Сейчас нам, похоже, нужно будет прыгать на такой высоте. Это печально. Так, ну ладно. Оп. Так, хорошо. Куда ты... не скачи ты туда. Отлично. Так, ну что у нас там? Кто-нибудь что-нибудь видит? Обалдеть, вот это дура. Так, и как мне? Так, ты отойди, пожалуйста. Управление не самое отзывчивое. Ну да. Сейчас, похоже, будет то еще мясо. Я, кстати, в игре еще ни разу не умер. Это удивительно. Наверное, сейчас самое время. Да, офигеть. Что-то мне уже страшно. Так, и как же на тебя... Ой, он замахивается. Отлично. На ногах, ноги у него покатые. А слушайте, может... Может, по его дубине этой... Ну-ка на ногу попробуем. Да, это бесполезно. Это бесполезно. Хотя вот сейчас... Нет. По ногам вообще никак. Ладно, давайте его спровоцируем на удар, да попробуем по дубине подняться. А вообще, нужно посветить маленько на него. Так, камера. Повернись, пожалуйста, сюда. Ой, твою мать. Ой. Так, хорошо. Успеем. Но... понятно. Нужно как-то побыстрее это делать, похоже. Офигеть, замах, да? Так, и в такие моменты лучше прыгать, я так понимаю. Давай, 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 давай. Давай. Так, во, во, я понял. Прыгай, прыгай. Эх, поздно. Сейчас он шарахнет, похоже, просто я улечу. Да я и так улетел, понятно. Ну, короче говоря, примерно понятно. Сейчас ему с этой штуки нужно на ногу прыгать. Вроде как. Вообще, конечно, я так и не успел его подсветить. Отлично. Блин, все равно далеко. Ай. Ну все, зазря, смотри. Короче говоря, давайте мы его подсветим. Посмотрим, куда ему бить вообще. Откуда-нибудь вот отсюда, с безопасного расстояния. На груди что-то есть в районе живота. И на голове, да? Так. Это плохо. Давай. Может, в районе спины, я не знаю. Блин, камера просто сходит с ума временами. В современных играх с этим как-то уже разобрались. Ну давай, ударь меня.
Все, пошел замок, похоже. Или нет? Давай рожай уже, ну. Пока что не особо страшно. Можешь, конечно, влупить. Я думаю, если он попадет от своей дуры, то все плохо закончится. А так, больно уж медлительный. Отлично. Перелет. Может, успею? Давай. А, недолет чуть-чуть. Я просто не успеваю до конца добежать, а там нужно за шерстяную руку ему зацепиться. Вот. Ах, блин. Да что ж ты какой душный. Из руки уже на ногу, а с ноги там на пузо, а сзади у него вон там вроде как можно подержаться за что-то, поэтому дальнейший план будет понятен. Просто сложно на него забраться, вот и все. Если я слечу в итоге, это будет вообще печально. Поэтому постараемся все за один раз сделать. Но я стою, бей. Ох, какая дура. Да. А, блин, я же зацепился. Ладно, держимся пока. Сейчас он руку просто уберет. И все будет зазря. Так, ну окей. Да поднимись уже, ну. А хотя тут тоже можно по руке, да? Или мне кажется? Так, на руке можно отдохнуть, вот что я понял. Или нельзя? Ну, хоть чуть-чуть, давай. Нет, с самой руки никуда не деться. Только он туда прыгать. Да. Камера, ты меня совершенно не щадишь. Немножко отдохнем, пока он вроде как там слоу почет что-то. Так, все. Вот сейчас можно было прыгать, кстати говоря. Ну ничего, разберемся. Да давай уже, ну. Ай. Да что ж с тобой? Все время что-то не так, а? Камера, пожалуйста, что-нибудь сделай, я просто ничего не вижу. Я просто не могу запрыгнуть из-за того, что, блин, камера с ума сходит. Отлично. Так, ну... Да, блин, То он меня потерял, такое ощущение. Из вида. Ну, я же вцепился, нет? Ну, как-то так, короче. Отлично. Я сейчас упаду. Так, я не дотягиваюсь. Фу, хорошо. Повторим до победного. Так, на это нам вообще ничего не дает такой удар. Ну, дружок, давай. Давай уже по-нормальному замахнись, удар, мужик. Ну, вот, молодца. Отлично. А что произошло? Ну... А, понятно, вот что нужно было сделать. Он бьет об эту печать. И его самого кошмарить начинает. Да. Отлично. Так, ну теперь нужно ему дать ударить об землю, чтобы я мог забраться по его руке. Потому что вроде все, что нужно, было уже сделано. Но...
Погнали. Давай, 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 давай. Есть контакт, нет? Есть. Полезли. Пошел процесс, короче, потихоньку. Давай, 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 держись. Если бы его еще так не мотало, это было бы вообще прекрасно. Ну и так, я думаю, нормально будет. Кстати говоря, на спине у него там особо ничего нет, за что подержаться можно. А вот тут на руке есть, поэтому... Давай, отдыхай. Ой, 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 держись, 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 братюнь. Ладно, нормально. Фух. Пока допрешь, что с каждым делать, это просто я не знаю. Давай. А, давай, братюнь, ну лезь уже. Ну что ж тебя постоянно зажимает в каких-то местах? А вот где-то на холке тут можно будет постоять, я думаю. Отлично. Фу, передохнули. И пошли. Поздороваемся с этим уродом. Первый пошел. Ой, его долго придется бить. Так, спокойно. Блин. Так, нужно еще раз ему зафигачить. Только он мне, похоже, не даст этого сделать. Не особо вошло, промазал. Так, нужно ему на холку и отдыхать. Потому что у меня все, уже выносливость. Просто в минуса. Так, он тут спокойно вроде. Нет, нет, нет. Главное не упасть. Давай вот сейчас отдыхай. Все, полезли наверх. То есть, оказывается, большое значение имеет еще куда именно бьешь. Там на миллиметр правее, левее, уже все. Так, я не успею ударить, мне нужно обратно идти. Да что ж такое? Да ты, блин, ну. Давай, давай, дыши. Все, погнали. Ох, как ты мне надоел уже. Второй пошел. Так, сразу отходим, не рискуем, потому что потом подниматься полчаса. Если он даст, конечно. Да, блин. Нет, он не даст мне уже, он просто скинет меня сейчас. Давай, дыши. Отлично. Цепляется он все время, как-то, я не знаю, через одно место. Так, то он долго будет делать, я не успею ударить, наверное. Ну, короче говоря, на башке у него засел. Вошка мелкая, противная. Никуда не денется. Так, подышали. И сейчас он опять беситься начнет, да? Он чувствует меня, но... Я не знаю, рукой смахнуть не может, похоже. Опять мимо, да? Я все равно не успею ударить. Да ты, блин. Ты смотри, что делает. Камера. Еще ты меня убей. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо. По чуть-чуть. Я просто не могу его ударить. Вот что плохо. Давай. Отлично. Сейчас его опять начнет колбасить на полчаса. Не такой уж ты и сложный, короче говоря. Ну, необычный тогда, то есть... Блин, такого я не видел, честно говоря. Хорошо. На отдых. Так, ну давай, ползи уже, ну. О, опять началось. Кто он там еще рукой проводит? Вот этого точно не надо. Да, блин, ну.
Так, это я зря сделал. Отдышаться. Короче говоря, главное не спешить в этой игре. А то мы тут по 100 раз будем одно и то же проделывать. Походу вся серия на этой макушке пройдет, да? О, да что ж ты бесишься-то постоянно. Вот нужно именно выгадывать момент. Отлично. Получи, скотина. И распишись. Ты первый колосс, которого мне вот прям хочется убить. Остальные какие-то были милые такие. Безобидные. А ты просто скотина какая-то. Так, ну давай. Ай, опять начал свой этот. Так, ну сейчас он поднимется, я уколю. Давай, поднимай голову. Ай, ну, это что ж, блин, ты знаешь, мне кого напоминаешь? Ладно, неважно. Фух, так, хорошо, подышали. Сейчас он беситься начнет, и потом мы полезем. А он не бесится, пока не залез, понятно. Ну, вроде все по накатанной, если мне не придется вторую точку искать, конечно. В целом все понятно. Да ты поспах. Я сейчас материться начну просто. Отлично. Давайте еще разок. Так, все, а точка, кстати говоря, кончилась. Где же вторая? Сейчас полезем вниз искать. Если он меня отпустит. Он меня просто уронит сейчас, похоже. Ну да. Ладно, живой. Нужно отойти и поискать вторую точку. Мне кажется, она у него где-то на пояснице. Хорошо. Блин, камера, ну почему ты не можешь в его сторону смотреть? На пузе? Окей. Так, погнали по старой методе. Хватайся. Да блин, ну что ж ты какое. А я, честно говоря, не знаю, как к нему на пузо попасть. Ну, то есть с руки, наверное, и вниз там, я не знаю. Посмотрим. Может, ему еще раз об эту пластину долбануть. Так, давай, топни. Долгий парень. Это еще только третий колосс. Представляю, что там в конце будет. Но он не столько сложный, сколько тягомотный. Давай, делай свой замах. А мы пока пересядем поудобнее. Отлично. В этот раз я, похоже, не успею. Слишком далеко был. Но попробовать стоит. Да, иди ты уже, ну. Ай. Схватился. Отлично. Так, добраться до платформы. Отдышаться у него на локте. А потом попытаться как туда попасть, наверное, честно говоря. Хотя, в принципе, вполне возможно. О, да что ж ты... Так, подышали. Сейчас он становится. И мы спрыгнем. Так он беситься что-то начал. Смотри, вообще не хочет умирать, да? Давай все. Прыгай ты уже куда-нибудь. Хорошо. Ладно, все нормально. Ну, покажись. Не знаю, давайте попробуем, чтобы он сюда еще раз ударил, что ли. Ну, пошел замах.
понятно. Держимся пока. Да, твою, да. А, давай уже, ну. Да забирайся ты. Отсюда, может, прям получится запрыгнуть к нему на эту. На брюхо. Потому что по пластинам вот этим сбоку я вижу, что я не смогу запрыгнуть. Да куда ты полетел? Вот сейчас можно было. Нужно просто дождаться момента. Только у меня выносливость кончится. Короче, я падаю. Ну да. Уф, так, понять, просто понять, что с тобой делать. Не, в принципе, понял, что делать, но это слишком неудобно сделано. Может, как-то по-другому можно. Потому что так я на него буду забираться еще, наверное, полчаса. Давай, бей. Нормально. Так, вот тут ждем. Вот сейчас надо попрыгнуть, но только он опять зашевелился. Ой, нервная игра. Успокойся уже, ну. Вот, все. Давай. На это видео, по-моему, нужно поставить значок до 16, потому что я сейчас начну материться. Так. Хорошо, мы тут. Как-то мы сюда попали, совершенно не так, как я хотел. Ну ладно. Так, давай, давай, иди сюда. Я это заслужил по полной. Опять мотается со страшной силой, но тут, я думаю, попроще будет. Кузом он так не может вертеть, как башкой. Сейчас кишки тебе выпустим. Давай. Да, блин, а. Спрыгни хоть что ли, отдохни маленько. Так, что он делает? Я не знаю, ламбаду танцует что ли. Это танец живота какой-то. Так. Ну бей ты, он в последний момент постоянно вот обламывает меня. Отлично, еще два удара. И ты отправишься в этот свет. Отдыхаем. Опять свою ламбаду танцует. Так, хорошо. Я зацепился, так что мне не страшно. Сейчас прекрасный момент. Нет, момент отстойный на самом деле. Да бей ты уже, ну. Короче, спрыгиваю. Не дал он мне ударить. Ну, смотрите, я вас вначале предупреждал, что это прохождение будет тягомотным, так что... Если кому-то экшона не хватает, идите в другие прохождения. Вон там дуб третий идет. Здесь у нас своя атмосфера получше. Отлично. Так, спрыгиваем. Даже два удара, наверное, потребуется. Ох, как лечит прям в экран. Так, даже три. А, я просто слабо бью. Ну, хоть так. Отлично. Как ты меня заманал, честно говоря. Ну ладно. Все-таки вот теперь вот уже я так могу сказать, что это было круто. Прощай. Ты был тем еще козлом. Ну и нас, как обычно, накрывает непонятной черной субстанцией. Понятно. Ну что ж, это был сложный босс. Ну, тут, в принципе, не босс, потому что других врагов и нету. Это был сложный колосс, наверное, самый сложный, но при этом, в принципе, под конец уже достоял. Необычно так
нам дали приз. И, в принципе, на этом все. Увидимся в следующей серии, где пойдем бить четвертого колосса. С вами был Артур. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока.